Вышли в прямой эфир. Лицеисты-второклассники побывали в гостях у Бийской медиагруппы, радиогруппы FM Production. Школьникам показали и рассказали, как устроена работа по эту сторону эфира. Вот. Главное есть. Нас тут трое, а не двое. Для школьников провели викторину, а также экскурсию по этажам здания, где сконцентрированы основные городские СМИ. Второклассникам показали музей, павильон, аппаратную и редакцию Бийского телевидения, а также газеты «Бийский рабочий». Но самые яркие эмоции лицеисты получили, оказавшись в кресле ведущего информационной программы «Будни», а также в радиорубке одной из популярных станций города, где им разрешили выйти в прямой эфир. Ребята, 3-4, привет, Бийск! Привет, Бийск! Спасибо за экскурсию, которую мы сегодня получили, за знания, которые дети обрели. Они себя сегодня попробовали в роли ведущих, репортеров. Очень радостно все это все воспринимали, и все очень довольны.